Мировая торговля и в целом глобальная экономика, мы вот сейчас только что констатировали это в узком составе, претерпевают существенные изменения. В позитиве то, что центр деловой активности постепенно смещается в сторону развивающихся рынков. Формируется многополярная модель, которая запускает новую волну роста в первую очередь за счет стран глобального юга и востока и, естественно, государств БРИКС. Республики Татарстан с этим знаменательным событием, проведение саммита БРИКС, а также БРИКС плюс в Татарстане — это знак особого отношения руководства Российской Федерации к республике, к вам лично, к гражданам Татарстана, и также показатель того потенциала, которого Татарстан добился под вашим руководством. Это Шакшак. Надо вас. Я это знаю, что. Откусить немножко. Ну как скажешь. Ты меня угощаешь тем, что мне есть нельзя. Ты худенький, а мне хорошо. В контексте затягивания украинского кризиса Китай, Бразилия и страны глобального юга создали группу друзей мира. Она направлена на объединение больших голосов в поддержку мира. В рамках нового расширенного состава на БРИКС приходится 40% населения мира и 30% глобальной экономики. В последние практически 20 лет БРИКС смог достичь многого. Я уверен в том, что в ближайшее время эта организация станет более эффективной платформой, позволяющей решать глобальные вызовы. Generally, what we expected before arriving here, because here is so natural, have not this globalistic agenda, who is converting people to some LGBTQ plus, you know, not human. BRICS is future of the world, because here not have a big country, small countries. Наш чак-чак готовый. Рафини Тагас.